25 марта в зале администрации района прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В работе совещания приняли участие члены комиссии во главе с первым заместителем главы района Русланом Юмыковым. По первому вопросу о подготовке к безаварийному пропуску весенне-летнего половодья, защите населения и территории от затопления в 2016 году выступил начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев. Заслушав доклад, комиссия постановила провести корректировку и уточнение плана противопаводковых мероприятий Кашхабльского района на 2016 год. Обеспечить готовность органов управления сил и средств к проведению превентивных мероприятий, направленных на защиту населения в условиях противопаводковой обстановки. Уточнить и откорректировать план эвакуации, определить места предположительного отселения, районы и возможные маршруты эвакуации населения, организацию первоочередного жизнеобеспечения. Управлению сельского хозяйства. Провести необходимую работу сельскохозяйственными товаропроизводителями по предупреждению смыва удобрений, кормов, навозов, водоемы района. Рекомендовать отделу филиалов ФБУЗ, Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея по Кашхабльскому району спланировать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зону подтопления острыми кишечными заболеваниями. Проводить анализ качества питьевой воды в период весеннего половодья и информирование о принятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой. Рекомендовать главам администрации сельских поселений Кашхабльского района уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планы первоочередного жизнеобеспечения и эвакуации, определить неотложные противопаводковые мероприятия, состав сил и средств, привлекаемых на их выполнение, уточнить с использованием паспортов территории сценарий возможного развития паводковой обстановки, объем предстоящих работ, потребность в создании резерва необходимой инженерной и специальной техники для проведения аварийно-восстановительных работ, провести работы по очистке водоемов и русел рек в пределах административных территорий от корчеходов, завалов и заторов из мусора или других препятствий, обеспечить готовность пункта временного размещения к приему населения, пострадавшего в результате паводковых явлений, обновить документацию, структуру и штатное расписание администрации стационарных пунктов временного размещения эвакуируемого населения, обеспечить своевременное информирование населения о гидрометеорологической обстановке и угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, обеспечить постоянный контроль за развитием паводковой обстановки, организовать ежесуточное дежурство, вести постоянное наблюдение за мостами и переходами через реки. По докладу начальника пожарного гарнизона Беслана Хачимизова комиссия постановила обеспечить готовность органов управления сил и средств к проведению превентивных мероприятий, направленных на защиту населения от пожаров.